Более 200 демонстрантов собрались в центре Бухареста в 25-ю годовщину антикоммунистической революции. Они вспоминали события 21 декабря 1989 года, когда проправительственный митинг в столице Румынии перерос в протесты и завершился свержением диктатуры Николая Чаушеску. После более 20 лет правления генсек ЦК Коммунистической партии был признан виновным в геноциде собственного народа и преступлениях против государства и расстрелян. Румыния стала единственной восточноевропейской страной, где переход от социалистического строя к демократии состоялся путем восстания. Многие демонстранты зажигали свечи как символ пламени революции и призывали продолжить борьбу за ее идеалы. Это Румыния, которая разочаровала нас. Сколько надежд у нас было на демократию, а то, что у нас есть сейчас, фальшивая демократия. Но с новым президентом мы надеемся на лучшую жизнь и надеемся узнать больше о революции. Ведь мы не знаем правды, никаких мер не было принято против тех, кто стрелял по людям. Во время антиправительственного восстания 21 декабря армия и полиция открыли огонь по демонстрантам. Десятки людей были убиты. Правозащитники до сих пор добиваются расследования их гибели.